Сегодня учеников гимназии номер 2 ждал не совсем обычный урок. В гости к ним пришли сотрудники Следственного комитета. Цель сегодняшнего визита в лицей номер 2 города Оренбург заключается в том, чтобы сориентировать молодежь, которая выпускается из стен данного учебного заведения, для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение города Оренбурга либо иных субъектов, и в целом формирование подхода к будущей своей профессии. Работа в следственных органах – дело непростое, требует упорства и настойчивости, но, как говорится, по труду и награда. Немаловажный фактор – это заработная плата, поскольку в последнее время правительство и президент Российской Федерации принимают исчерпывающие меры для того, чтобы зарплата была достойная. Стоит отметить, что подобные беседы приносят свои плоды. После этой встречи многие из ребят всерьез задумались о профессии следователя. Данный урок привлек мое внимание к данной профессии, и, возможно, я учту ее при выборе своего будущего. Оксана Боричева, Роман Боричев, Новости дня.